¿Es verdad que te culiaste a tu abuela? ¡О, sí, sí! ¡Sí! Это я. По-испански знаю всего лишь три слова. Ты занимался сексом с бабушкой? Да, да! Sí, да! Sí, да! Puta mierda! Что это значит? Что это значит? Что это значит? Скажи мне. Я спросил тебя, ты трахал бабушку? Ты говоришь по-турецки. Это Даниэль, и он из Колумбии. Буэнос, буэнос, дамас и каваджерос. Хай, хай, свой Вангай, и недавно я обзавелся вот таким вот... детектором лжи. И мы сейчас будем проверять, на сколько процентов он рабочий. И в этом нам поможет мой супер офигенный амиго Даниэль. Нет, нет, нет. О, черт. Ты девственник? Девственник? Девственник. Что это значит? Девственник. Это какое-то испанское слово? Ты девственник? Нет, конечно, нет. Конечно, нет, конечно, нет. Мне 19 лет, я не девственник. Нет, оно не работает. Я трахаю собак постоянно. Я не девственник. Ты фантазировал о темнокожем мужике? Я хочу сфотаться с 50 центами. О, потеря девственности. С темнокожим мужиком? Нет, не темнокожим. Я никогда не фантазировал о мужчинах вообще. Заткнись. Заткнись. Заткнись, сука. Она не работает! Черт возьми! Верь мне! Я не педик! Я не педик! Хорошо, спроси меня, я педик? Я педик? Спроси меня. Ты педик? Нет! Уверен? Я не педик. 100%. Я не педик! Она работает неправильно! Окей, твоя очередь. У тебя есть усы? Да, у меня есть усы. Да что за хрень? Серьезно, чувак? Не-не-не, она не работает. Сколько будет 2 плюс 2? Да? Следующий вопрос. Ты любишь своих фанов? Конечно, да. Конечно, да. Оно бьет. Оно бьет меня постоянно. Каждый гребаный раз. Я бы отписался сразу. Прямо сейчас, давайте. Нажмите, чтобы отписаться. Это ложь, это неправда. Я спрошу тебя один вопросик. А это одноклассница из Кореи. Поэтому я спрошу ее на корейском. Понимаешь? А, ничего не понимаю. Ты мужик? Нет. Ой, нет! Бежим! Спасаемся! О мой бог! Ежедневно ты одеваешь стринги? Да, ношу их ежедневно. Ты бы помог умирающему ребенку? Конечно, помог бы! Конечно, я помог умирающему ребенку. Круто, круто, круто. Ты прилетел в Японию, чтобы трогать азиатские пиписки? Нет. Ты целовал мужскую пиписку? Целовал? Немножко. Конечно, нет. Фу-фу, отвратительно. Нет.
Окей, тащи свою пиписку. Ладно, ну что ж, всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы смотрели этот ролик. Я надеюсь, вы не будете верить этой штуке непонятной, этой фигни, это ложь. Дерьма, кусок. Говно, дерьмо, собачий помет. Да, ребят, она не работает, не верьте ей. Непонятный испанский диалект. Непонятный вообще, блин, диалект. А с вами был Ивангай и Супер Тома Дачи и Даниэль. Бай-бай. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался. Ту-ту-ту-ту, лайк поставь. Ты трахал собак? Что? Не. Этот звук меня бесит. Эта фигня меня пугает, потому что издает такой звук. То же самое, чувак, то же самое. Oh my god, yes.